Казань примет российский этап мировой серии 2017 по прыжкам в воду. Напомним, в столице Татарстана в апреле 2016 года прошел 4-й заключительный этап турнира. Предприятия набережных Челнов на 20% нарастили выпуск продукции. Сейчас ведется активная работа по вопросу продвижения продукции местного производства. Поведение футболистов будет учитываться при отборе кандидатур в сборную России. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко после того, как игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили на шампанское 250 тысяч евро. КФУ и университет имени Йоханна Гутенберга будут совместно готовить переводчиков. Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в немецкий вуз. Президент Татарстана Рустам Миниханов осмотрел международную школу Алабуга International School. Здесь учатся как юные жители Елабуги, так и дети иностранных специалистов, работающих в особой экономической зоне Алабуга. В школе обучается 88 учеников от 3 до 9 лет в 6 возрастных группах.